Попробую еще минутку записать. Короче, посмотрите, вот, в общем, он уже сказал, что все, он устал. Поэтому я с вами прощаюсь, и вернемся мы с вами сюда. Во вторник, наверное, да. Я знаю, что вам сейчас уже интересно. Мне самой интересно много чего тут снять. Вот, придется новый билетик покупать. Но это того стоит, короче. Так что я просто хотела показать вам вибрационность вплоть до угла, да? До угла. Я не знаю, сколько он мне разрешит. Но вот это вот чаще, это стекло, ребятушки, это стекло. Просто. В общем, короче, я сразу с вами прощаюсь, чтобы, если что, и он выключит, то вы поняли, что я не просто пропала, а у меня телефон. Такая вот нишка, да? Со столиком. Посмотрите. Это у меня уже халат есть, если что. Приду в халате. Рясу на меня одели. Ой, вот просто как видно отсюда хорошо. Все ребра. Все ребра этого невероятного постамента, колонны, базы. Это просто невероятное творение вообще. Эти колонны — это что-то, базы особенно. Вот. Ребятушки, все, тут нарост шкаф просто, да, вот это вот нарост внутри. Это все надо снимать с пристрастием. Там, посмотрите, наши чугунные изделия. Знаете, торчат в ряд. Вот. То есть, ну ладно, я сейчас пока еще... То, что я жду, когда он мне скажет, что он устал. Вот, а так... К сожалению, нет у меня пауэрбэнка сейчас хорошего, и я не могу даже... Ничего не могу сделать, блин. Приходится терпеть. Ладно, заряжу и вернусь второй раз. Буду использовать эту рясу. Третий кусок отломился, и там просто камень. Здесь мрамор. Там просто камень. Ничего нету тут. Какого-то цемента тут. Все. Все настоящее. Все полное, заполненное. Знаете, я что-то, кстати, думала, что здесь колонны более гладкие. Но я бы не сказала, что тут... Просто здесь настолько все, как сказать, гладкое с негладким соседствует, что негладкое перевешивает. Смотрите, это абсолютно негладкое, хотя рисунок наш такой вот глянцевости. Здесь вообще шершавое, тут есть какая-то вот... А это, посмотрите, вообще стекло. Просто стекло глянцевое. То есть я говорю, что здесь очень много несуразности. Вот я приду, сниму вам с пристрастием вот этот вот потолок. Обязательно эти дырки там. Не, ну дырки — это абсолютно наши, суперинтеллектовские. И дофига тут, короче. Потолок сниму. Сейчас уже все, знаете, хватаю, потому что он сейчас мне скажет, что он устал. И он уходит никуда. Нет у него памяти. То есть у него есть батарея, но нет памяти. Да что такое, да? Вот. Ну, придется еще раз билетик покупать. Народу дофигища на месте. Тут просто очень-очень много чего снимать, ребятушки. Но я, к сожалению, пролетела как на Парижем. Очередной шкаф, посмотрите, наша Мария.
наш суперинтеллект, что тут вообще с этим. Просто выходит вот этот тут наросты, так наросты вообще внутри этой нишки. Это просто невероятно. Вот когда, что называется, когда ниша заполнена. Вот она заполнена отростками. Посмотрите, кстати. Сейчас у меня выключится телефон. Как видно. А не то, что там статуи своровали там у вас. Кто-то там снял там статуи. Вот, посмотрите, как видно, что это все выросло там внутри. Посмотрите. Видите, как волосинки идут. Так, каждая секунда может стать последней. Вот посмотрите это. Вот этот вот. Вот эти. Вот этот мрамор, по-моему. Ой, гладчайший. Он просто такой черный, что кажется матовым, слушайте. Но он гладчайший вообще. Абсолютно. Окажется какими-то... Палубы, блин. И вот посмотрите эти боковые колонны. Ой, сколько же тут снимать, слушайте. Вообще, посмотрите, посмотрите. Ну ладно, несколько видео мне сделал по 6 минут, ничего. Нормально. Так. Жду, когда он мне скажет, что все, все. Нету памяти. Просто шкафы огромнейшие, конечно, вообще, посмотрите, да, которые я бы с пристрастием сняла, потому что я, когда до шкафов доходила, была уставшая после террасы, и я не могла уже снимать. У меня уже не было просто сил никаких. Странно, что мы еще не видим голову Торона. Но на этих мозаиках 100% будет голова отрезанная. Вот посмотрите, это наросты, тут же нишки, да, кстати. Это надо с пристрастием изучить все. Тоже нарост. Смотрите, там тоже такой, такие тоненькие, небольшие наростики. Показать вам, что это тоненький наростик тут наша. С листами, да? Тоненький нарост. Как эта колонна, смотрите, видать, входит в тело, да, кстати? Ой, тут еще потолок-то слез. Потолок вообще, слушайте, я что-то не обращала внимания, какой он там тоже вибрационный. И это не 2D вам. Слушайте, ну уже 8 минут, он что-то мне пока еще ничего не говорит, что он устал. Вот тут опять вот нарост. Нарост этот. Шкаф. Этот саркофаг нарос, да? Все, сейчас он скажет, что он устал. Так что, ой, я бы вам вот даже где окно, это вот с этим, с мозаикой, там тоже все вглубь, вибрационными этими линиями. Вот посмотрите, да, посмотрите. Сложнейшее окно. Тут тоже шкаф такой, да, там наверху, блин. Да, ну я говорю, что, понимаете, тут дофига еще работы. Это тоже все, кстати, в стиле в нашем, все в стиле дома, видите, вот этих сталактитов.
все, все тут гармонично. Вот видите, вот это вот не есть. Видите, вот напыление. То есть глянцевость такая парциальная, частичная. Странно, что он мне не говорит, что он устал. Уже 10 минут видео, блин, идет. Что-то еще поснимать успею, вот вибрационное, и пойду. Невероятно. Ну, так, так себе, гладко, гладко, но не стекло. Это вообще, да, кстати, это просто вот эта вот типа крышка. Смотрите, это кожа, это вот мрамор или что образовалось, превратилось в чугун. Это мы уже снимали, но это надо все равно тоже на тот телефон с пристрастием. Смотрите, вот посмотрите, как идет. Этот телефон не хочет мне хорошо показывать. Но вы видите, как тут неоднородность, где переход идет. Так, ладно, это мы тоже снимем. Вы посмотрите здесь тоже на этой шишечке, какие вибрационные линии, да? Она... Чугунная. Не, ну это вообще такой гладкий этот. О, невероятно, слушайте. Офигеть. Вот видите, этот наш чугун, да еще и тут вот он зеленый становится иногда, кстати, да? И вот здесь, видите, он и внутри тоже мрамор, а не там. То есть, когда уже все, уже полностью. Чаша это полная, вот, полный мрамор, а не до такой степени созрел, что даже сделал крышку себе чугунную сверху, а? Офигеть. Слушайте, что такое-то, я не понимаю. Снимает, блин. Кто до этого устал? Не понимаю. И сколько здесь чугунных изделий? Там тоже на этих колоннах. Но я не буду сейчас их снимать. Скорее всего, я их в тех видео сильно снимала. Но видите, здесь нет вот этих прожилок внутри. Но все-таки это все равно гладкое. То есть это тоже уже он уже весь стал гладким. Он уже весь стал. Хотя здесь нет. Я везде залезу, блин. Ну посмотрите, даже вот тут все в вибрациях, да, кстати, да? Видите, даже здесь есть вибрационная линия. Так, ладно, мы еще снимем это. Это тоже столько вибрационных линий, да? Вообще. Слушайте, ну что такое? Это 14 минут, он мне еще все еще снимает, блин. Много чего бы я поснимала, но я не могу, потому что в любой момент он мне может сказать, что я устал. И мне приходится отрывками тут. Нет, я просто могу тут застрять на колоннах, это вообще... Да.
attraverso l'andare a Lui, l'accettare la relazione con Lui, accogliere Lui che viene a noi, noi entriamo in relazione con il Padre. Вы представляете, 25 лет живу в Италии, в Милане живу 3 года уже, 22. И ни разу не была на дому, на местах, а тут две месяцы, да, за один день. Ой, тут надо вот это бы снять, и эту ванну тоже, да, и тоже эта ванна с крышкой, ой, это вообще, вот с этой вот чугунной. Смотрите, какой материал тоже невероятный, там еще и ракушки созрели, блин. Это просто такой цвет, да? Но я не могу, блин, застревать, потому что... Как вот он тоже вот... Звеновка такая. Вот посмотрите тоже, как будто бы образовывается кольцо, да? Или это было кольцо, и оно исчезло. Остался только один ореол, да? Или наоборот, образовался ореол, и будет кольцо. Так что, будешь снимать мне еще? Ну, поснимаем этот. Вот как красиво сейчас видно на солнце вот эти вот. Как шкафы идут до самого там потолка вообще. Нет, это телефон. И телефон не хочет ничего фокусировать, блин. Посмотрите, как здесь видно вот эта отколотость.